Общее впечатление от города создают не только общественные точки притяжения, но и дворовые территории многоквартирных домов. Советская 1А, адрес который в этом году попал в программу комплексного благоустройства. Результаты работ проверил глава округа Андрей Булгаков. Он лично осмотрел территорию и пообщался с жителями. Так, по словам председателя дома Натальи Николаевны, которая живет здесь с рождения, изменениями жильцы довольны. Во дворе появилась новая детская площадка, а также площадка для стритбола. Рабочие бригады заасфальтировали дорожки, обустроили парковочные места, установили новые фонари уличного освещения. Просто чудо. Сейчас прекрасная дорога. Мало того, она освещена. Детям можно прекрасно здесь играть, не только дошкольникам, но и школьникам. С просьбой устройства спортивной площадки во дворе к руководителю муниципалитета школьники обратились в апреле. Теперь у них есть место для активного отдыха. Остается решить вопрос с ограждением. Планируется установить и дополнительные скамейки по просьбам старшего поколения. Место для них уже определили. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.